Я хотел бы знать, от чего изменник Муравьев до сих пор не остановлен вами. После печальных событий в столице некоторые впечатлительные натуры усмотрят в них едва ли не героев. Не у вас, у нас цели правы, а способы преступные. Я мечтаю получить ответ. Завтра утром в Сенате Николай Павлович объявит себя императором. История творится в Петербурге. Здесь она умирает. Завтра все изменится. У вас, сенатора, у вас достаток, служба. Вам-то что менять? Изберем диктатора среди нас и вступим в переговоры. Какие переговоры? Мы только что стреляли в них. Скажи Трубецкому, если он не решится, мы сами выйдем. Во Франции аристократов вешали на фонарях. Если как во Франции, то всем здесь присутствующим висеть. Они не посмеют в нас стрелять! Мы не пролили ни капли их подлой крови. У меня вот здесь 60 тысяч гвардейских штыков. А знаешь, что хуже войны, братоубийственной? Проиграть в той войне. Стоять! Мы — спичка, которая разожжет все, да и сгорит сама.